Мы находимся на Багамских островах, остров Коко-Кей, остров, который выкупила круизная компания Royal Caribbean. Они выкупили, сделали здесь небольшой резорт, такое место, куда вы, вас лайнер, вы приплываете, и вас на целый день отпускают, вы можете отдыхать. Здесь просто нереально красиво. Вон наш корабль, наш лайнер. Он нас ждет. И потом, когда мы закончим здесь отдыхать, мы возвращаемся на лайнер. И путешествие продолжается. Завтра другой остров. Насау, по-моему, называется. Ребят, отдых потрясающий. Отсылайте это видео всем, кто еще сомневается. Хватит сомневаться, вы, блин, просомневаетесь всю свою жизнь. Нечего сомневаться, люди отдыхают. Посмотрите, сколько круизеров, посмотрите, сколько людей, которые отдыхают именно на круизном отдыхе. Здесь ни одного человека нету, который прилетел сюда самолетом. Здесь именно люди из нашего, вот, нашего лайнера. Так что показывайте видео. Говорите, что инкрузис это круто, это нужно делать обязательно. Этим нужно заниматься. И круизная индустрия это та индустрия, которая будет просто, это будет бомба. Ребят, вы увидите, вы через 2-3 года будете кусать локти, что когда-то, да, вы слышали, но вы приняли решение этого не делать. Так что принимайте решение, решение принимайте прямо уже сейчас. Не тяните, время уходит. Вы уже через полгода можете быть маркетинг-директорами, сеньор-маркетинг-директорами, зарабатывать супер хорошие деньги и бесплатно вывозить свою семью вот так вот таким образом чудным отдыхать. Посмотрите, какой здесь рай. Здесь реально рай. Завтра будет еще один остров. Я обязательно сделаю фотографии, видео со следующего острова. Присоединяйтесь, хватит, инкрузис это круто, это не лохотрон, это все рабочая система, это все работает, это реальный бизнес. Прям реальный бизнес, я это на себе испытала, мое путешествие мне не стоило практически ничего, что мне стоило, это просто дать рекомендации нашему бизнесу. То есть я приглашаю людей, которые тоже путешествуют, тоже занимаются этим бизнесом, тоже зарабатывают. И это круто. Сделать кого-то счастливым, я считаю, это очень круто. Я уже в сообщениях получаю, вернее, сообщения получаю с такими словами, со словами благодарности. Леночка, спасибо, что ты появилась в моей жизни. Спасибо, что показала.